Ялтинском районе последний звонок прозвенел более чем для 2000 выпускников 29 школ района. Элегантные костюмы, белые блузки и неотъемлемый элемент образа – лента выпускника. Это день своего рода окончания учебного марафона. За спиной остаются сотни часов уроков, прекрасная перволюбовь, школьные друзья. Это этап завершения одной страницы и открытия новой. Это первый шаг в новый мир. На торжественной линейке присутствовали почетные гости, среди которых делегация из немецкого города побратима Фридрихсхафена, которые тепло поздравили выпускников. Жаркий майский день выдался для ребят особенно волнительным. Многие не сдерживали слез. В 18-й школе 11-й класс окончили 39 выпускников. К своему последнему звонку они готовились прилежно не только за партами. Ребята подготовили трогательные стихи о школе. Право дать последний звонок было предоставлено выпускницам 11-х классов. Торжественная линейка завершилась флешмобом, где выпускники выпустили в небо воздушные шары. Сентября 18-й школе исполнится 12 лет. За эти годы из стен учебного заведения вышли 10 выпусков 11-классников. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.